Здравствуйте, уважаемые зрители! Блог Александр Александрович. Что же ты потупилась в смущении? Погляди, как прежде, на меня. Вот какой ты стала в унижении, в резком, неподкупном свете дня. Я и сам ведь не такой, не прежний, недоступный, гордый, чистый, злой. Я смотрю добрей и безнадежней на простой и скучный путь земной. Я не только не имею права, я тебя не в силах упрекнуть. Замучительный твой, залукавый, многим женщинам сужденный путь. Но ведь я немного по-другому, чем иные, знаю жизнь твою. Более, чем судьям, мне знакомо, как ты очутилась на краю. Вместе ведь по краю было время, нас водила пагубная страсть. Мы хотели вместе сбросить бремя и лететь, чтобы потом упасть. Ты всегда мечтала, что сгорая, догорим мы вместе, ты и я, что дано в объятиях умирая увидать блаженные края. Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта, и что жизнь безжалостно стегнула грубою веревкою кнута? Не до нас ей, жизни торопливой, и мечта права, что нам лгала. Все-таки когда-нибудь счастливой разве ты со мною не была? Эта прядь такая золотая, разве не от старого огня? Страстная, безбожная, пустая, незабвенная, прости меня. Всем спасибо.